Женщина за 30 поступила полтора часа тому назад. Дальнобойщики на шоссе подобрали. По характерным признакам была изнасилована и избита. А о себе ничего не рассказывала? Нет. Раны не опасные, но она в стрессе. Ладно, все, давай, я побежал дальше сам. Дай сюда. Привет, Дим. Ну, здорово. Закончил? Да, стандартный набор. Кровь, сперма, соскобы из-под ногтей. Дуй в лабораторию, сдай все под ключ. Угу. Постановление на экспертизу я тебе позже пришлю. Хорошо. Здравствуйте. Присядь здесь. Здрасте. Здравствуйте. Следователь Следственного комитета, майор юстиции Доронин Дмитрий Андреевич. Говорить можете? Хорошо. Пожалуйста, представьтесь. Имя, фамилия, возраст, место прописки. Может, документы какие-то есть, паспорт. Головина Анна Сергеевна, 32 года, живу в Москве. Документы, наверное, потеряла, они у меня с кошельком пропали. Ясно. Где работаете? Уже нигде. А сможете рассказать, что с вами произошло? На вас напали? Где это случилось? Сколько их было? Сможете описать? Послушайте, Анна Сергеевна, что бы ни случилось, вы живы. И это самое главное. Зачем мне жить? Зачем мне жить? Сестра! Зачем мне жить? Зачем? Тихо, 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 тихо. Ложитесь. Вот. Зачем мне жить? Утром приезжаете, видите же? Да. До свидания. Тихо, тихо, тихо. Ну все, 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 ну все. А ваш диагноз подтвердился. Сожалею. Что ты делаешь из меня монстра? Ты у нас святая, мученица, а я? Я дерьмо собачье! Давай! Ну, ори! Ау! Ай, сука! Thank you.
Иван Тихонович велел вас в палату проводить. Скажите, что с девочкой? Нормально все. Откачали. Пойдемте. Так, хорошо. Записал. Здравствуйте. Здравия желаю. Приветствую. Здравствуйте. По сводке ничего существенного не было. Одна драка. Студенты в общежитии день рождения отмечали. Опять кража на вокзале. В общем, все не ваше. Подожди-ка. Ну-ка, иди сюда. А вот это что, вызов из больницы? Изнасилование. Подробности не знаю. От вас выжал Доронин. Хорошо, иди. Есть. А сегодня на вопросы она сможет отвечать? Думаю, да. Возможно, частичная амнезия, но в целом она вполне адекватна. Здесь выписка и медицинское свидетельствование ваших травм. Сохраните. Я подниму. Доброе утро. Помню сквер. Кажется, возле вокзала. Дальше провал. Потом больница. А на шоссе как оказались? Юбка грязная. Значит, сквер вокзала. Вы не против прокатиться? Ну вот.
Это место. Здесь? Это здесь произошло? Писать сможете? Двое. Их было двое. Один среднего роста русый, Витя зовут, второй. Не помню. Они в магазин приехали за продуктами. У них машина была черная. Land Cruiser. Давай, иди. Ну что ты? Ну иди, кому говорю. Иди к пчелам. Да не жмусь ты. Дай бутылку. Ох, мне, видишь, ё-моё. Ну, даром богадельни подают. Иди отсюда, чучело. Клиентов мне пугаешь. Ишь, повадился. Какие люди. Здравствуйте, гражданин следователь. Вы что купить пришли? Или так? Симпатии мимо проходили? Любушка, ты глазки мне не строй. Я все равно не женюсь. Вчера двое на крузаке затаривались у тебя? Да у меня много кто затаривается. Угу. Всех не упомнишь. А что? Узнаешь? Нет. Ну как же так? Я же была у вас здесь. Да вы же им ящик водки выносили, у них машина здесь, у крыльца стояла. Гражданочка, вы что-то путаете. Я ничего такого не видела. Ну как же? У меня же вещи там, в сквере остались. Ну что, Любушка? Пойдешь как соучастница. А вы мне тут не грозите? А с дамочкой своей разберитесь. Бредит она. То шмотки у нее какие-то пропали, то крузак придумала. А я за ее сочинение отвечай. А давай видео вчерашнее с камеры посмотрим. А, так поломанная она. Видите, лампочка не горит. От воров отпугивает. Ну что, у вас все? Я пошла, некогда мне с вами. Работать надо. Вы мне не верите? Эх, Люба, а я думал, поворкуем с тобой, по-дружески. С бабой своей воркуй, а я только под повестку говорить буду. Чё ты ко мне привязался? Мне кажется, это мой телефон звонит. Мелодия та же. Здесь кассу посторонним нельзя. А вы почему не реагируете? Что ж ты врешь и не краснеешь, а, Люба? Официоза захотела? Я тебя сейчас устрою. Я твой магазин прикрою сейчас, тебя арестую. И обыск организую здесь. Показывай. Вот, нашла, нате вам. Хотела в полицию сдать, да не успела. А я вашу симку выкинула. Так вот вам взамен новая. В подарок. Спасибо, Люба. Можешь про тех двоих, что вспомнила? Никого не видела. Вот тебе крест. Что хотите со мной делать, я не знаю. Может, подсобки была, может, еще где, ну, честное слово. Кого же так боишься-то? Смотри. Не пожалей.
А куда вас потом отвезли? А куда-то за город. А конкретней? Там речка была и лес. Речка и лес. Да, не густо. Все, это последняя точка. Других идей у меня нет. Что, сворачиваемся? Погоди. Это здесь. Может, вы все-таки ошиблись? Сколько уже бродим? Нет, я точно помню. Куда дальше? Сложно сориентироваться. Я не по тропинке бежала. Что там? Вроде сюда. Идем. Не могу вспомнить. Это мой платок. Не трогайте, не трогайте. Петь, зафиксируй. Есть. Походу. Ну, кажется, это вот здесь было. Вот лощина, а вот дерево. Девка! Девка где? Слушайте меня внимательно. Если она вас сдаст, вы сядете оба и надолго. Мы за тебя твое дерьмо разгребать не будем, понял? Поэтому будете искать, пока не найдете ее. Третий был. Он велел искать меня, пока не найдут. Третий? Вы его вспомнили? Простите, было темно, я… Мне кажется, он старше этих двоих. Я голос его слышала, он такой хриплый. Они мне сережки забрали, я не говорила. Нет. Дорогие. Нет. Но они мамины. Петь, зафиксируй про сережки. Пятно. 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 Не оттирай. Да бог с ним, с пятном. Все прошло. Все… позади. Ничего не прошло. Господи. Господи, ну почему я? Ну почему я? Господи, за что мне это все? Говорят, эта женщина утопиться хотела. Еще бы такое пережить.
Да уж. А девочка эта, которую она спасла? Голодная, одета плохенько. С такой жизнью ребенок долго не протянет. Ну ладно, в обед увидимся. Ну что, малыш, пора на процедуры. Малыш? Ты глянь-ка, доча пришла. А чё это за рванье на тебя? Чё молчишь? Ты где свои шмотки оставила? Не напасёшься на тебе. Наливай. Так это, кончилось наливалово, Верунчик. А не послать ли нам гонца? Надюша, а топай в магазин, а я тебе картошечки наварю. Хочешь картошечки? Тогда маме за водкой. Сходи. Мама без водки болеет, ты ж знаешь. Ну вот, это здесь. Общежитие? Ну, не на улице же вам ночевать. Давай, туда вечером. Место зачетное. Здравствуйте, Дмитрий. Серьезно, там очень... Прошу. А ты сейчас куда? Дуй в комнату. Раиса Петровна. Дмитрий Андреевич, здрасте. Как раз хотела с вами поговорить. Ну, ребята молодые, глупые. Ну, выпили чуток. Вы уж не очень там с ними. А вы о чем? Как о чем? О драке вчерашней. Я драками не занимаюсь. Я к вам жиличку привел. Документы утеряны. В гостинице не получилось. Примите, пожалуйста, на пару суток под мою ответственность. Дмитрий Андреевич, ну, вдруг проверка. Документик сделаю и вам привезу. Спасибо. Все, тогда, как вы будете нужны, я позвоню. А поэтому не забудьте симку в телефон вставить. Спасибо. Туалет на этаже. В общежитии после 22 не пускаем. Вопросы есть? Где у вас поесть можно? Столовка не работает. Магазин есть за углом, но не складируй. Мышей не разводи. Спасибо, Лю. Заходи. Пока. Ну, что еще? Все отдала, все рассказала. Ничего больше не знаю. Я по другому вопросу. Вы не знаете, где вещи можно продать? На вокзал к поезду отнеси. Только пассажиры много не дадут. Ну, так уж и быть. Выручу тебя.
Ну, это же совсем мало. Не хочешь, не бери. Только у тебя вещи ношеные, а я оптом покупаю. А по одной год будешь продавать. Ладно. Берите. Можно у вас тогда купить колбасы, хлеба, чаю, сахара? Не вопрос. За счет заведения угощаю. Помни мою доброту. Люба, скажите, вы же знаете, кто на меня напал. Но вы же тоже женщина. Неужели вам меня не жалко? Жалко. Поэтому дам тебе хороший совет. Вали из города поскорее. Забудь обо всем. И вали пока цела. Ты что пришла? А ну уходи. И матери передай, пока долг не вернет, водки не дам. Ой, не надо, не надо тут на жалость мне бить. Давай, шагай отсюда. Не кричите на ребенка. Вы что, не видите? Ей плохо. Ты почему здесь? Ты что, из больницы сбежала? Пойдем. И водку ей больше не смейте давать. Пойдем, пойдем. Здесь. Только мама ругаться будет. Послушайте, нам с вами надо серьезно поговорить. Ты чего прячешься? А водка где? Где водка? Я тебя спрашиваю! Вы что делаете? Не смейте бить ребенка. Ты кто такая, что ты лезешь? Это мой ребенок, а хочу, так и воспитываю. Тебе не стыдно, дрянь? У матери трубы горят, ты пустая пришла. Живо мухой в магазин! Без водки не возвращайся! Никуда она не пойдет. А если вы не прекратите, я вызову полицию. Да ты вообще кто такая, чтобы меня учить? Слышь, ты, а ну, не борзи. Надя! Надя! Наденька! Уйди! Наденька, доченька, ты же меня слышишь? Ты что с тобой? Люди добрые, помогите! Мама тебя любит, Надя! Наденька! Дочка! Помоги. Аккуратнее. Принимай. Все, поехали. Это список всех черных ланкрузеров. Угу. Значит, один принадлежит Виктору Юганову. Угу. И что? Ты присаживайся, присаживайся. В ногах правда-то нет. Ну, как что? Постовые видели, что как раз в эти дни Юганов-младший обмывал покупку. Да уж, эти пьянки-гулянки. Плохо за ним отец смотрит, плохо. Отправил его куда-нибудь подальше, не знаю, в Москву или за границу. И нам бы легче дышалось. На месте изнасилования что-то нашли? Нашли. Следы борьбы и платок потерпевшей. По Юганову никаких зацепок? Плохо. Плохо. А помнится, Юганов-старший твоим тренером был, так? Да, но это 100 лет назад было. Александр Осипович, если вы намекаете на мою предвзятость… Нет, наоборот, наоборот. Это хорошо, Мить. Значит, ты… Всю их семейку знаешь. Смекать должен, что Витька, конечно, раздолбай редкий, но никогда черту не переходил. Доказательства нужны. Ты это понимаешь? Понимаю. Проведу опознание. На потерпевшую тоже внимание обрати. С Витькой все понятно. Он как этот,
бутерброд с колбасой. А вот она. Кто она такая? Документов нет. Черт, лицо знакомое. Знаешь, ты ее пальчики покатай. По базе проверим. Ну, мы же ориентируемся только на ее показания. Она мало ли привлекалась или интерес какой личный имеет в этом деле. По подельнику соображения есть? Пока нет. Она его не видела. Но если она опознает Юганова-младшего, я его раскалю. И про третьего он мне расскажет. Про третьего? О как! Да у твоей потерпевшей преступники множество. Я не знаю, как грибы после дождя. Так скоро мы целую банду ловить будем. Ох ты, черт. Надо же. Александр Иванович. Сейчас, подожди. Все нормально. Ладно, давай. Иди. А, да. Фотографию потерпевшей оставь. Я, может быть, вспомню, где я ее видел. Шагай, шагай. Зачем звал, начальник? Дело есть. Держи. Да, да. Ты меня правильно понял. Ничего я не понял. Ты, я тут при чем? Я не мокрушник. Да мне плевать, кто ты. А ты мне должен. И пришло время, Федя, платить по долгам. Часики, знаешь, очень быстро тикают. Короче. Завтра к утру она должна исчезнуть. Тебе ясно? Не, начальник, я такими делами не занимаюсь, ты понял? А хочешь, лучше сажай по новой тогда. Слышь ты, мамашке твоей вряд ли в зоне понравится. И пойдет она следом за тобой. За хранение и распространение, ясно? Ты мать и трогай, понял? Она вообще не при делах. Ты знаешь, может быть, судья ее пожалеет, может быть. Только я обещать ничего не могу. Смотря сколько у нее дома дури найдут. Теперь давай, проваливай отсюда, сучонок, к маманьке своей. Спасибо. Скажите, а зачем у меня снимают отпечатки пальцев? Вы меня в чем-то подозреваете? Следствие, гражданочка, не должно исключать ни единой версии. А то есть бывают такие персонажи, готовые сами себя покалечить, лишь бы цели своей добиться, да? Юр. Не понимаю. Вы меня в чем-то обвиняете? Кеша, спасибо. Мой коллега неверно выразился. Он хотел сказать, что если вы от нас что-то скрываете, то сейчас самое время рассказать. У меня нет тайн, которые касались бы следствия. Вот и прекрасно. Тогда завтра в 10 утра жду вас на опознание. Вы их нашли? Все ответы завтра. Не опаздывайте. Хорошо. Спасибо.
Пожалуйста. До свидания. До свидания. Юр, ну ты чё? А чё с ней цаскаться? Или ты чё? Чего? Запал на нее? Да ладно тебе. Умник, иди давай. Эх, майор. Здорово, майор. Здорово. Наши из информотдела проверили твою потерпевшую. Перед законом чиста, как слеза ребенка, в криминальных базах ее нет. Спасибо, Серег, так и знал. Ну, а в остальном что, все подтвердилось. Головина Анна Сергеевна прописана в Москве, замужем. Угу. Ну все, давай. А справку об утере документов сделали ей? Дим, да не вопрос, сделаем. Только давай не сегодня, ну. Нет, давай прямо сейчас. Есть. Ладно тебе. Так будем все. Тетенька, помогите, там человеку плохо. Где? Там, на земле лежит. Походу умирает. Скорее. Ну же, быстрее. Где он? Долго еще? Дальше, там. Эй! Где ты? Ты где? Раиса Петровна. Здравствуйте. Я вам для Анны документик привез. Хотя лучше я сам передам. Так ее нет. Как с утра ушла, так и не возвращалась. Да, я сейчас на скачку не поставлю. Ясно. Все равно не уйдешь. Помогите! Алло. Что? Добегалась, тварь. Ах ты! Тигр! Помогите! Пожалуйста. Стоять! Руки! Руки подними! Подними руки! Отойди от нее! Три шага назад! Руки выше держи! Повернись! Повернись! Жива? Кажется, да. Вовремя. Идти сможете? Ваш телефон по дороге подобрал. Thank you.
Александр Осипович. Товарищ полковник, на потерпевшую совершено нападение. Нападавшего задержали? Сбежал. Лица не разглядел. Прошу разрешения выделить потерпевшую охрану. Не беспокойтесь. Мы сделаем все, чтобы поймать преступника. Можно тебя на минутку? Мить, ты чего просишь? Где я тебе возьму охрану? Опера и так вон зашиваются. Ну, на нее же не просто так напали. Завтра опознание. А может, это банальный грабеж? У нее ничего не взяли. Вот ты испугнул. Слушай, короче, Дронин, давай так, не нагнетай, а? Ничего до завтра своей потерпевшей не случится. Не получилось с охраной. Дмитрий Андреевич, скажите, это ваш начальник? Да, это начальник следственного отдела. Послушайте, я понимаю, что, наверное, это бред, но мне кажется, я узнала его голос. Помните, третий в лесу? Да нет. Да этого быть не может, Анна Сергеевна, вы что? Александр Осипович, он же всю жизнь в органах. Мы его за глаза батей зовем. Он нас всему научил, и по делу, и по жизни. Вы просто перенервничали. Если вы подождете, я вас до общаги подброшу. А вдруг тот туда придет? Может, вы меня лучше в КПЗ запрете? Хорошая идея. Предупреждал же, с Витькой не связываться. Не дал бог мозгов, то хоть бы отца послушал. Слава богу, мать до этого позора не дожила. Да не трогал я ее, клянусь. Витька подначивал, но не смог я. Только серьги взял. Ты только Витьке не рассказывай. Говори, не говори. Пойдешь паровозиком вот лет на 10. Заграбешь и групповое изнасилование. Выучил следака на свою голову. Не-не-не-не-не, Витька, Витька мой друг, он могила. Конечно. Но он-то чистеньким выйдет. Всю вину на тебя свалит. Это же Юганов, поверь. Папа, а что теперь делать-то? Тебе дома сидеть и нос не высовывать. Делать будет папа, как всегда. Прости, пап. Ну ладно. Ладно. Как-нибудь выкрутимся. Здесь я живу. Это, конечно, не пятизвездочный отель, но зато будете под моей личной охраной. Прошу. Здравствуй, Митя. Здрасте, бабарь. Невкусно. Ну, вы, наверное, не привыкли к такой еде. Просто нет аппетита. Вы извините.
Просто ветер. Вы не бойтесь, ко мне ни один бандит не сунется. Может, чаю? Чаечек покрепче или помягче? Помягче. О, а может варенье малиновое? У меня соседка по обваре снабжает. Очень вкусно. Держите. Там, в лесу, мне очень плохо было. А вы меня пожалели. Спасибо. Да не за что. Вот злодеев поймаю. Тогда спасибо и скажете. Ладно, давайте сворачиваться. Завтра день тяжелый. Зато, если наденешь, будет означать, что мы вроде как с тобой обручены.